여러분 안녕하십니까? 러시아 TV 방송 중에 러시아 1 60분이라는 생방송 프로그램이 있습니다. 매일매일 시사 문제를 다루고 있는 프로그램인데 오늘 북한의 국방장관이 모스크바에서 열리고 있는 아르미아 2023에 참석하여서 찬조 연설을 한 사실이 이 방송을 통해서 보도되었습니다. 급히 받은 내용이고 본인이 내일 모스크바에 새벽에 다시 출장을 갈 일이 있어서 방송 내용을 자막으로만 달았습니다. 쇼이구 국방장관의 북한 방문에 이어서 북한의 국방장관의 러시아 방문, 거기에다가 8월 21일부터 시작되는 한미 합동 군사훈련, 그리고 한미일 국가 정상회담 등 그야말로 한반도의 정세가 급격히 요동치고 있습니다. Но США тоже копят сил. Пхеньяне уверены, что США с начала года перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства. Поэтому Ким Чен Ын призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне. Лидер КНДР проинспектировал объекты, на которых создают тактические ракеты, мобильные пусковые платформы, бронетехнику и артиллерийские снаряды. Лично опробовал новинки военного автопрома, также поручил увеличить производство оружия геометрической прогрессии, пишут корейские СМИ. Свое заявление глава Северной Кореи сделал на фоне сообщений о военных учениях Южной Кореи и США, которые начнутся 21 августа. И поэтому Bloomberg делает вывод, что это Северная Корея готовится к нападению, а не Южная за компанию США. В издании пишут, что у Пхеньяна есть план нанесения удара по Южной Корее за несколько дней учений, в рамках которых у президента Южан Юн Сок Еля будут встречи с лидерами США и Японии. В свою очередь, в Пхеньяне любые военные маневры считают подготовкой к вторжению и всегда усиливают в это время свою воинственную риторику. При этом связи с Москвой будут только укрепляться. На конференции по безопасности было объявлено, что Ким Чен Ын подтвердил намерение развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны, поскольку прежняя модель обеспечения безопасности на Корейском полуострове не работает. Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал резко увеличить в стране производство ракет. По его словам, вооруженные силы Северной Кореи должны иметь все необходимое, чтобы в любой момент они могли отразить любую военную угрозу. Эти заявления он сделал во время визита на один из ключевых северокорейских военных заводов. За несколько же дней до этого Ким обсуждал активную подготовку армии к войне, а США и Южная Корея решили провести очередные совместные военные учения на юге. На расширенном заседании Центральной военной комиссии правящей трудовой партии Кореи северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал военное руководство страны активно готовиться к возможной войне. В ходе заседания Ким подчеркнул, что армия Северной Кореи просто обязана быть сильной, чтобы реализовать военную стратегию Центрального комитета партии. Северокорейский лидер также призвал военное руководство страны нарастить ударную мощь армии, чтобы эффективнее сдерживать потенциальную агрессию. Эти дополнительные средства для нанесения удара, по словам Кима, должны не просто поступить на вооружение подразделений, но и повысить их мобильность. Заседание это прошло на фоне заявлений США и Южной Кореи о намерении провести совместные ежегодные военные учения «Щит свободы» в этом месяце. Южная Корея и Соединенные Штаты подготовили очень насыщенную программу для совместных военных учений «Щит свободы». Цель маневров – отработать всевозможные сценарии на случай войны и тем самым повысить оборонительный потенциал, чтобы быть в состоянии ответить на провокации Северной Кореи. Эти учения будут сложными и максимально приближенными к реальным условиям, чтобы повысить оборонительный потенциал наших двух стран. В ходе учений мы отработаем сценарий отражения различных угроз и учтем опыт прошлых войн и конфликтов. Подразделения вооруженных сил Южной Кореи и США ждут сразу 30 полевых маневров. В них также примут участие группа войск ООН. Сеул и Вашингтон продолжают максимально укреплять военное сотрудничество на фоне все более жесткой риторики Пхеньяна в адрес союзных США и Южной Кореи. Растущая угроза со стороны Пхеньяна вынудила и Токио укреплять военное сотрудничество с Сеулом. В пятницу в Соединенных Штатах лидеры Южной Кореи и Японии даже проведут переговоры с главой Белого дома. Это будет первый в истории трехсторонний саммит между этими странами.
И военное сотрудничество против Северной Кореи, похоже, будет одной из главных тем встречи. Как считают эксперты, на этом саммите, возможно, получится достичь прогресса по таким деликатным вопросам, как, например, обмен информацией в режиме реального времени о северокорейских ракетных запусках. Вслед за марихуаной. Благодарю за радушный и теплый прием, рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян, столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Корейская Народно-Демократическая Республика – важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества. Конгресса депутаты Урина Пангмун Гальон Саабл Чедеру Чунгшиагу Кодаран Кансимул Долигой Симда. Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи придает огромное значение на организационные работы, связанные с визитом российской военной делегации во главе с министром обороны товарищем Шойгу, и уделяет этому большое внимание. Уже говорилось ранее, ядерная война на Корейском острове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корея превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны. Господа генерал, рота гонора варта. Гонор вашего прибытия в Республику Беларусь построен. Начальник гонорового арта, капитан Коршинский. 96-й годовщиной со дня образования Народно-освободительной армии Китая. Сегодня она является надежной защитой интересов вашей Родины, одной из опор стабильности не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Позвольте пожелать вам и в вашем лице, всем военнослужащим и ветеранам китайской армии мирного неба, благополучия, успехов. 오늘 방송을 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.